Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе из учебника Коровиной для 7 класса. Раздел «Из русской литературы 18 века» Михаил Васильевич Ломоносов. Рубрика «Проверьте себя». Первый вопрос. Расскажите, в чем необычность курса обучения, пройденного Ломоносовым, и деяний его как ученого, поэта и общественного деятеля. Давайте выполним это задание. Необычность курса обучения, пройденного Ломоносовым, заключалась в том, что он сумел освоить 8-летнюю программу за 5 лет, а затем дополнить и расширить свои знания в Германии. Таким образом, Ломоносов получил всестороннее образование во всех областях науки, что и обусловило его деятельность и работу как в филологических дисциплинах, так и в точных науках. В этом и заключалась необычность не только образования, но и деятельности Ломоносова. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!